Что такое, а? А что такое? Моя хорошая кошечка. Что такое? Ну? Добро Что такое, а? Нельзя, нельзя. Что? Хорошо лежит, котя белый, белый, белый. Хороший какой котя. Да большой, да шкурка у него большая.
Тогда идем дальше. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Толкование. Апостол, зная, что природа наша непостоянна и греховна, что влечение к злу мы всегда носим в себе, что завистник дьявол препятствует своими ковами спасению нашему, что посему и примирившиеся уже с Богом через исповедь, если живут невнимательно, не избегнут греха, внушает теперь, что если мы и пали после прощения грехов наших, то не должны отчаиваться. Ибо если обратимся, то можем и опять получить спасение через посредничество Господа Иисуса Христа, потому что Он, ходатайствуя о нас пред Отцом, умилостивит за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Апостол сказал это потому, что писал иудеям, сказал для того, чтобы показать, что благотворность покаяния не ограничивается только ими одними, но простирается и на язычников, или что обещание это относится не к одним только современникам, но и ко всем людям последующих веков. Иисуса Христа он называет ходатаем за нас, умоляющим или уговаривающим Отца. Это уподобление Бога человеку употребляется с особенной целью, как и следующие слова. «Сын ничего не может творить сам от себя». Евангелие от Иоанна 5:19. Последнее сказано для того, чтобы не сочли его богопротивником. А что и Сын имеет власть отпускать грехи, это он показал на примере расслабленного. Матфея 9:6. Давайте вспомним. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Также, когда дал ученикам власть отпускать грехи, ясно показал, что он дает такое право самовластно. Но апостол, как мы сказали, говорит так теперь с особенной целью. Именно представить, что Сын имеет одно естество и одну силу с Отцом, и что действия одного из трех пресвятых лиц общие и прочим лицам. Вопросы? Дальше. Первое. Иоанна 2:3. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Толкование. У блаженного сего мужа в обычае употреблять одинаковые слова для обозначения разных предметов. Как, например, в стихе «В мире был, и мир произошел через него, и мир его не познал». Евангелие от Иоанна 1:10. Так и теперь он употребил слово «знать» в разных значениях. Ибо словом «знать» выражается и значение чего-нибудь, и весьма тесное знакомство с кем-нибудь. Такое значение в словах «познал Господь своих» 2 Тимофею 2:19 и «не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех». 2 Коринфянам 5:21. Вопросы?
1 Иоанна, 2 глава, 4-5 стихи. Кто говорит? Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Толкование. И от противного подтверждает тоже, употребляя самое полное доказательство. 1 Иоанна 2:6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Толкование. Совершенная любовь, говорит, доказывается делами. Но как бывает, что иной, по видимости, правильно и точно соблюдает заповеди, а внутреннее его расположение нечисто? Почему он далеко от Бога, то апостол и говорит, что присвоившийся Богу должен жить так, как требует близость к Богу. Вопросы. 1 Иоанна 2:7. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Толкование. Говорит, что близость или любовь к Богу прежде всего узнается из любви к ближнему. Ибо невозможно, чтобы освященный познанием Бога и исполненный любви к Нему имел тьму ненависти к брату своему. Потому что свет и тьма в одно и то же время, в одном и том же предмете не могут быть вместе. Посему освященный любовью к Богу, имеющий Бога, и по отношению к брату имеет свет, который возжигается от любви к брату. И кто говорит, что он любит Бога, между тем ненавидит брата, тот находится в постоянной тьме. У того разумные очи всегда помрачены, потому что он утратил свет общения с Богом и с братом. Он не знает уже и того, что для него самого может быть полезно. Вопросы? Или все понятно, или непонятно, ничего, что и вопросы как бы задавать боязно. На прошлом занятии диспут у нас был. Наталья Усатая, все понятно. Ну, прям молодец. Остальные молчат. Видимо, тоже все понятно. Первая Иоанна, 2 глава, с 8 по 11 стихи. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Толкование. Так как послание это соборное, писано обще ко всем, к иудеям и к язычникам, то по отношению к иудеям можно сказать, что апостол пишет им заповедь о любви не новую, а древнюю. Ибо и на скрижалях Моисеях
Моисеевых написано было: «Люби после Бога и ближнего своего, как самого себя». Книга Левит, 19:18. Давайте откроем. «Не мсти и не имей злобы за сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Но как, скажет иной, по отношению к язычникам, апостол пишет о древней заповеди, когда нигде ничего такого у них не находится? Отвечаем. Закон о любви к ближним написан и у язычников. Как так? Он написан у них на скрижале сердца, естественными помыслами. А что помыслы, насажденные в нас с природой, называются естественным законом, в этом может удостоверить апостол Павел, который говорит: «Вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Римлянам 7:23. Итак, и язычники приняли закон или заповедь древнюю, так как сама природа предписывает нам быть кроткими друг к другу и ко всему сродному. Вследствие сего человек есть животное общественное, а это невозможно без любви. В древних историях записано даже много свидетельств о людях, которые умирали за других. А это есть знак высочайшей любви, как объяснил Спаситель наш, говоря: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие Иоанна 15:13. Поскольку же заповедь о любви к ближним дана была и иудеям, и язычникам, то апостол и говорит, что при древней заповеди, которую вы слышали о любви к ближнему, пишу вам еще новую заповедь, которая истина и в том, кто присвоил вас Богу через общение с Ним, и в вас, которые вступили в общение с Ним. Ибо Он говорит: «Я свет пришел в мир». Евангелие от Иоанна 12:46. «И истинный свет, по слову его, уже светит, и во свете нет тьмы. Пусть же светит истинный свет любви в истинном и нелицемерном расположении к братьям, и тьма ненависти пройдет, то есть исчезнет. Ибо такое значение придает слову «проходит». И апостол Павел, когда говорит: «Ибо проходит образ мира сего». 1 Коринфянам 7:31. Вопросы? Дальше. 1 Иоанна 2:12. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Толкование. Сказав, что пишет им новую заповедь, апостол обозначает и расположение тех, которые примут его послание. Обозначает теми степенями, которые бывают при возрастании телесном. Ибо он знал, что не все примут слова его с одинаковым уважением и вниманием, но одни примут поверхностно, как дети, которым он и усвояет прощение грехов через веру в Иисуса Христа. Другие примут, как достигшие в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, Ефесянам 4:13, так что могут быть для других отцами. Такими приписывает познание сущего от начала. Кто же это, как не Слово Божие, которое и в начале было у Бога? Евангелие от Иоанна 1:1. Иные примут, как юноши, им, как
цветущим и полным, приписывает честь победы над бесчестными страстями. Потом снова повторяет то же самое в другом порядке, применяя учительное слово свое к мере духовного возраста. «Так как я, — говорит, — знаю, что примете вы мое, так как я, — говорит, — знаю, что примете вы послание мое к вам по различию возрастов, то необходимо и мне соразмерять учение свое с расположением возраста вашего и с одним из вас беседовать, как с детьми, познавшими Отца, то есть Бога, с другими, как с отцами, которые имеют познание больше, нежели дети, именно познали не только то, что Он Отец, но и то, что Он от вечности и неизъясним, ибо Он был от начала. Таковым нужно и совершеннейшее учение о Боге. С иными, как с юношами, сильными и способными к борьбе и подвигам». Воздавая последним славу победы, показывает, что им и речи нужны отважные и воинственные. Игнатий Тихонович дает комментарий: не все примут слова его с одинаковым уважением и вниманием. Великий и самый плодовитый толкователь Священного Писания святой Иоанн Златоуст много говорит о награде, которая ожидает проповедующего Слово Божие. Независимо от того, обратится ли кто через благовестие проповедника или нет. И даже более того, он логически доказывает, что награда в небесах будет больше у того, через проповедь которого никто не обратится. Он говорит, что Бог вознаграждает человека за труды, за его ревность, за его старания, за тот посев, который он сделает. А обратится ли кто, это от человека не зависит, потому что это действие благодати обращающей, а она полностью во власти Божией и не зависит от нашего участия в ней. В проповеди о Христе участвует благодать призывающая, и в ней соработником выступает проповедник. И вот за этот труд он и получает награду, независимо от видимого результата. 1 Коринфянам, 3 глава, 7-8 стихи. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Если же кто-то уверует и раскается в прежней греховной жизни и примет Христа, уверует в Него как своего Спасителя, то проповедник в этом обращении уже получает награду, радость, ибо радость о кающемся бывает и на небесах. То есть часть награды за свой труд, радость, он получает уже здесь, на земле. Но что до того, говорит златословесный учитель, пусть моя радость на небесах будет меньше, только бы вы обратились здесь, только бы вы примирились со Христом, омывшись Его пречистой кровью. Мы не знаем, все ли примут слова наши с одинаковым уважением и вниманием. Поэтому будем ревностны в проповеди, во всем доверяясь нашему Спасителю, чтобы Дух Святой коснулся сердец слушателей, дабы Господь Иегова принял их в свои вечные обители. Так. Вопросы не возникли ни у кого? Пока по прочитанному. 1 Иоанна 2:13. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала.
Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Толкование. Дети, те, кои погрешают по незрелости и неосновательности детской. Почему апостол говорит им: вы удостоились прощения, когда вам довелось познать, что благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144:9. Отцы, те, кои с преспиянием в возрасте получили познание сущего от начала. Юноши, те, которые по своей зрелости искусно могут и готовы носить знаки победы над неприятелями. 1 Иоанна 2:14. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво. Эти самые имена от возраста апостол выше приноровил к нравственному учению. А теперь повторяет от расположения, не прерывая своего наставления. 15 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Толкование. Применив учение к возрастам духовным, апостол присовокупляет увещание: «Не любите мира». Это говорит как бы детям, ибо дети всегда трепещут от радости пред тем, что кажется приятным. Что бы ты ни разумел под миром совокупность неба и земли, апостол объясняет, что такое мир и находящиеся в мире. И, во-первых, под миром разумеет порочных людей, которые не имеют в себе любви очей. Во-вторых, под находящимися в мире разумеет то, что совершается по похоти плотской, что, действуя через чувства, возбуждает похоть. Ибо под очами, главным орудием из чувств, он подразумевал и остальные чувства. Под похотью же разумеется всякое зло, прелюбодеяние, пьянство, неприличные любезности, убийства, совершаются ли они из корыстолюбия или для уничтожения соперников, коварство, под которым нужно разуметь и всякое противодействие, вообще все враждебное Богу, а нами совершаемое через похоть плотскую. Вопросы. 1 Иоанна 2:16-17. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Толкование. Мы сказали уже, что миром апостол называет порочных людей, как и Господь говорил ученикам: вы не от мира, как и я не от мира. Евангелие от Иоанна 15:19-17:16. Отец же сего мира, то есть мирского сладострастия и нестроение дьявол. Поэтому и Господь говорит об учениках своих отцу: не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Евангелие от Иоанна 17:15. То есть мира, о котором и в другом месте, в первом послании Иоанна 5:19, говорит апостол, что он во зле лежит. Иначе. Если злой противоположен благому отцу,
а служащий похотям мира не от Отца, но от мира, очевидно, что кто не от Отца, тот от мира, тот от дьявола. Так и в Евангелии говорится иудеям: ваш отец дьявол. Евангелие от Иоанна 8:44. То есть у вас наклонности плотские, которые сеет и возвращает дьявол. Эти мирские похотения непродолжительны и непостоянны. А что совершается по воле Божией, то продолжительно и вечно. Но благоразумным не свойственно обегать постоянное и хвататься за мгновенное. Ибо поступать так значит то же, что строить дом на песке. Вопрос. Первое Иоанна 2:18. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Толкование. Лучше объяснить так. Поскольку соборное послание направлено ко всякому человеку, а предел жизни не для всех один, собственная же кончина никому не известна, то апостол прилично напоминает каждому о его кончине, чтобы каждый чувствовал, что наступает последнее время его жизни, и непрестанно был трезвен, и чтобы таким образом все христиане всегда проводили жизнь непорочную и совершали дела чистые. Иное объяснение, смеяться над которым было бы неуместно и безумно. Всякая вещь может быть разделена на три части – начало, середину и конец. Без сомнения, нет ничего несообразного назвать концом все то, что следует после середины. Посему, если Господь пришел в середине 10 тысячелетий, ибо Его пришествие на землю было почти в 5500 году, то все следующие за сим время без всякого спора можно быть названо последним. И как порядок тысячелетий в пришествие Господне переступил за середину, то все последующие за сим время прилично может быть названо последним. Истинность такого объяснения принимает и Иоанн Златоуст. Вопросы. Первое Иоанна 2:19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Толкование. Он как бы сам себя спросил, откуда эти антихристы? И ответил, они от нас. Так следовало бы сделать. Но он поступил не так, быть может, для того, чтобы слитностью речи показать неприятность, возбуждаемую ими. Для чего же антихристы из учеников Господних? Для того, чтобы иметь доверие от обольщаемых, чтобы обольщаемые думали, что они, как из числа учеников, проповедуют учение по мыслям учителя, а не совершенно противны его проповеди. Посему, говорит, вышли от нас, то есть хотя были учениками, но отстали от истины и выдумали собственные хулы. Не были наши. То есть из части спасаемых. Ибо в противном случае они остались бы в союзе со своими. Теперь же они вышли от нас, чтобы сделалось явным, что они совершенно стали чужды нам. Есть между ними и такие, которые не от нас, но к которым присоединились вышедшие от нас. Ради них-то апостол сказал, не все от нас.
Комментарий Игнатия Лапкина. Сколько сегодня проповедей говорится и пишется в епархиальных и мирских изданиях, но исключительно мало пишется в согласии со Словом Божьим, когда приходится спросить авторов, откуда вы это берете? Почти всегда в ответ агрессивный скрик. Ты за собой смотри, иди к своим баптистам, а нам не указывать. Такой ответ есть лучшее доказательство, что сам автор написанного и написанное им, не знающим Библии, и сказанное не от Бога. Вопросы? Первая Иоанна, 2 глава, 20-25 стихи. Впрочем, вы имеете помазание от святаго и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца. А исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Толкование. Чтобы после того, как апостол высказал предшествующее, кто-нибудь не подумал, что он усвояет знания этого только себе одному и потому хвалится им пред прочими верующими. Он прилично прибавляет, и вы имеете помазание. Он как бы так говорит, но что я рассуждаю об этом с вами, как будто бы вы не знаете сего. Нет, вы сами знаете это, ибо при святом крещении вы приняли священное помазание через оное Святаго Духа. Если же так, то знайте, что я написал вам об этом не как не знающим, но как знающим, что теперь последнее время, что сильно действуют антихристы, что все полны лжи, так как умножилась ложь, то и сказал я, что появилось много антихристов. Ибо если Христос есть истина, Евангелие от Иоанна 14:6, и вы, познавшие Его, имеете истину в себе, то очевидно лжец, противящийся истине, то есть Христу, есть антихрист. А кто лжец? Тот, кто говорит, что Иисус не Христос. Так прескверный Симон пустословил, что иной Иисус и иной Христос. Иисус, родившийся от Девы Марии, а Христос, низшедший с неба на Иордан. Итак, кто соглашается с этой ложью, тот антихрист. Лжец же и антихрист, и тот, кто отвергает Отца и Сына. Ибо иные еретики, из которых выродился проклятый Валентин, говорили, что иной отец безымянный и иной называемый отцом Христа. Сии же самые отвергают и сына, когда говорят, что он простой человек, а не Бог по естеству, Бог от Бога. Поэтому апостол присовокупляет, всякий отвергающий сына, не имеет и отца. Иудеи, например, отвергают сына и присвояют себе знание отца. Но пусть они знают, что они и отца еще не познали, ибо если бы узнали его, то узнали бы и сына, потому что он есть отец и сына единородного. Тоже пустословили и единомышленники Симона. Таковы мнения еретиков, но вы храните у себя то, что слышали от начала, именно что Христос есть Бог,
ибо это значит слова «в вас да пребывает». Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце, то есть будете в общении с Ним. Ибо обетование Его таково, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут у нас едино. Евангелие от Иоанна 17:21. И еще. Да имеют жизнь вечную, сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа. Вопросы. Все понятно. Первая Иоанна, 2 глава, 26-27 стихи. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Толкование. Окончив речь, введенную выше, апостол прибавляет о тех, которые обольщают их появившимися во множестве ересями. Или ереси. Потом, чтобы отдалить от них грусть, снова повторяет: и помазание, которое вы получили от Него. Под помазанием, как уже сказано, разумеется, Дух Святый. Итак, если вы твердо храните у себя Духа Святого, которого вы приняли, то не имейте нужды, чтобы кто учил вас. Но как этот самый Дух научает вас всему, в том пребывайте, чему Он научил вас. Ибо то, чему Он научил вас, истинно и не ложно. Порядок такой. Как полученное вами от Него помазание пребывает в вас, то нет нужды, чтобы кто учил вас, но вам должно пребывать в том, чему оно научило вас. Вот это место берут еретики как раз и толкование святых отцов православных. Вот хулят, они говорят, ну как, здесь же ясно, черным по белому написано, не нужны нам учителя. В нас пребывает вот это вот помазание, мы крещены Духом Святым, мы в Духе, Бог есть Дух. Вот. Но здесь сказано, что вы не имеете нужду в учителях ложных, которые как раз у сектантов-то и пребывают. То есть они ложно учат, вопреки тому, чему научили святые отцы. А святые отцы учили вот именно от Духа Святого, от самого начала. Тут еще нужно сказать, что мы приняли веру православную, это от кого? От греков. А она уже была, эта вера, ну, так скажем, не в полноте истинная. То есть монашество вот это вот, отсутствие благовестия, это вот затворничество такое без благовестия, оно нужно, оно на своем месте, когда нужно уединиться, как говорится в Писании, 10 дней побудьте, облечете силу свыше, а потом идите на проповедь.
тогда все имеет место быть. И вот здесь нужно быть осторожным и не возгордиться. Мы вот имеем помазание, мы православные, там мы вот правы, а все остальные не правы. В православии это как раз и собрались множество всяких искажений, заблуждений, уклонений вправо. Вот все добавляют, добавляют. Сектанты такие убавляют, а вот мы добавляем. Я всякий раз перед занятиями молюсь: Господи, не допусти нам уклониться ни вправо, ни влево, но понять истинный смысл того, чего хотели донести нас святые отцы. И вот это место тоже нужно осторожно рассматривать. Почему? Потому что в другом месте говорит: и одних поставил Бог, Бог поставил учителями, других апостолами. А зачем бы он учителями в церкви ставил бы людей, если мы уже не имеем нужды, чтобы кто учил нас? Зачем тогда учителя? Логичный вопрос, конечно, логичный. Но здесь не имеется в виду это. Имеется в виду то, еще раз повторю, чтобы мы не имеем нужды, чтобы кто из лжеучителей учил нас, потому что мы уже приняли истинную веру. То есть он пишет: это я написал вам об обольщающих вас. То есть вот эти обольщающие — это и есть лжеучителя, и вы в этих обольщающих не имеете нужды, не слушайте их. То есть вы должны принять то, что принято было от начала, то есть первоапостольское вот это учение. Вот, а все ереси уже пришли позже. Вот. И когда начинает человек заниматься поиском истины, а где же истинное толкование? То, которое было от начала, то и истинное. Потому что невозможно, чтобы истина была после лжи. Сначала была истина, а потом истину исказили. И нужно докопаться, дойти до этой истины. А истина есть Христос. Вот как Христос учил, так и нужно поступать. То есть все сверять со Словом Божьим. Но и ни одно место Священного Писания не должно противоречить другому. Тогда будет в духе и истине. Двадцать восьмой стих. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Глава 3, 1 послания Иоанна, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Толкование. Сказав о появлении антихристов и о том, что все учение их развращено, и достаточно убедив верующих непреложно содержать то учение, которым они оглашены, апостол упоминает потом о назначенной на то награде, чтобы светлостью награды как бы еще более укрепить их, и говорит: пребывайте в нем. Для чего? Для того, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение о нем. Ибо что может быть славнее и желательнее дерзновения, то есть того, чтобы когда мы будем открывать труды наши в настоящей жизни, могли это делать с дерзновением, нисколько не стыдясь пришествия Его. А как иные могли спросить, что же делать, чтобы сделаться благоугодным Ему, то апостол и этому научает, говоря:
Если вы познали, что Он праведен, то без сомнения знаете и то, что делающий правду рожден от Него, ибо праведный рождает праведных. А сколь великую честь и дерзновение доставляет это, всякий из вас знает, равно как и то, какова любовь и благость, которую Он подает вам. Ибо вы знаете, что Он дал вам право быть и почитаться детьми Его. Если же принадлежащие миру не знают сего, то есть того, что вы дети Божии, сему не удивляйтесь, ибо они не знают вас потому, что не познали и того, кто усыновил вас. Миром называют людей порочных. Потом, поскольку доказал сыновство, яснее говорит о принадлежащей славе и дерзновении усыновленных. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Мир – это люди порочные и нечистые, привязанные к одной только страстной жизни, как свинья к грязи. Вопросы? Игнатий Тихонович, есть что добавить? Да, нужно добавить. Да, нужно пояснить. Почему так? Почему так? От чего их? От чего их? Эхо-то от чего? Эхо-то от чего? Прямо сильно. Прямо сильно. Может, громкость подубавьте маленько, но... Вот он говорит, что не имеете нужды, чтобы вас учили. А зачем мы тогда проходим блаженных вахта? Нам нужды нет, ну давайте каждый тянет на свою сторону. Значит, что-то там другое. Он одно слово тут говорит, которое нужно потолочь. Говорит, чему, что вы приняли от начала? А от кого приняли? От апостолов. И ты правильно там сказал, вот надо и держаться этого первого. Непременно. А не имеете нужды учить в чем? То, что Дух Святой научает, впереди было сказано, свет и тьма, различение. То есть Дух Святой пробуждает и очищает совесть. А есть люди, сожженные в совести, а не угольки. А у верующих не так. А почему ты решил, что это тебе не нужно? Так Господь подсказал мне, это грех. Вот и все. Вот сегодня, только у вас тут перед этим кто-то там с Новосибирска, Валерий там сбросил материал, Сергей Евтушенко перепечатал и дал правильный заголовок. Свечи покупать только так, она означает 4. До таких доводов можно 444 дать относительно моих сапог. Не только свечи. Свеча нечиста, он не говорит. Что торговля запрещена, он не говорит. И что свеча вообще ничего не значит, не дает, кроме того, что надо гореть. Она без него, без свечи горит. Они никак не могут это понять. И начинают обманом путем деньги выманывать. Вот когда говоришь, что тарелку не надо собирать-то тут. Как не надо? Ну найди такой храм или баптиста, чтобы с тарелкой не ходили. Даже простое дело, чтобы с тарелкой не ходили. Ходят. Вот у нас 28 лет, не ходят ни в Потеряевке, ни здесь. А почему? Святая десятина все покрывает. Я батюшки спросил, уже 10-й год, например, он говорит, только два человека платят десятину, а остальные пока у них еще нету. Они только поднимаются. И те, которые платили десятину, те стали более зажиточные, чем другие. Это Игорь Барабаш. И Плотников Дмитрий Устинович уехал в Грецию. Вот пример. Я могу доказать это на собственном опыте. Десятина меня сделала миллионером. Вот сейчас тряхни, у меня ничего нету. Завтра где-то потребуется. Миллион в руках. Вот ездили когда мы, у нас на одну поездку уходило только на горючее 440 тысяч. А мы сколько поездок сделали? На одну поездку. Ну, в Португалию.
Здесь не имеют нужды учить нравственности. Об этом речь идет. А о том, чтобы не впасть в ересь, для этого Господь Духом Святым поставил учителей. Если они не нужны, учителя, вы сами научите, не имеете нужды, чтобы нас учили. Нам ни Златоуст, ни блаженный Иероним, вообще никто не нужен, ни Серапим, никто. Значит, мы понимаем неправильно. Учителя говорят, держись того, чему я вас научил. Я могу сказать, так я вам преподавал, вот гляжу у нас, которые ушли люди, они беспокойно себя вели. Все время какая-то обида у них, что-то такое. Вот, ну, на пустом месте все заворачивали. Я гляжу на фотографиях, которые были общие. И крещение приняли. И все было. А отвергнуться себя не хотели. Не отверглись, все, пошли. Вот у нас были такие вот. Пошли. Ушли. Что поимели? Походили там, глядишь, к старобрядцам кинулись. Эти люди никогда не кончат ходить. Никогда. А почему? Потому что смута внутри их. А я испытываю, ну, сколько же можно испытывать-то? Господь открыл истину, возражать не о чем. Вот так внимательно, спокойно рассуди и убойся Бога. Сиди спокойно, ваша сила сидеть спокойно. Зачем бы Исаия про это говорил? Мы в этом нуждаемся. Я говорю, когда я впервые услышал от Иоанна Златоуста, что Евангелие вторично, как-то не вмещалось. А как? Он говорит, а кто до Моисея писал? Никто. Первое бытие он пишет. А до этого как жили? Никак. Совесть. То есть похваляла, то оправдывала, то останавливала. Он послание к римлянам об этом говорит. Так и здесь. Я думал, вы будете просто отвергать и все. А Сергей сказал, от начала. Тут главное слово от начала. От начала это они от апостола Иоанна уверовали, чему я вас научил, теперь это держитесь. Благодать Духа Святого вам это отверзает. И вы не имеете нужды других учителей иметь-то, еретиков-то. Зачем? Я вам это преподал от начала, от вашего начала, когда вы уверовали. Поэтому большой спрос с того, кто говорит или обращает. А что человек услышал, принял и... Ну, и там против церкви идет. На это тоже есть особые причины у Бога. Не избран. Имя в небесах не написано. Я другого ответа не нахожу. Если человек избран, Господь ему открывает сам. Почему в 12 главе апостол Павел говорит, какие дары есть, говорит, и дар различения духов. Различения. Вот выступают там священники против меня, у них этого духа нету, нету. Ему надо удержаться у власти. Он этим питается, что лает. Больше ничего тут нету. И отвечать не о чем. Хотя Вячеслав Семенов хотел, и вот 2 дня назад мы ролик поставили, он прошелся по всем, что я проповедую обрезание. Ну, я еще могу сказать. Он также мог бы сказать, что я изготовил 2 атомные бомбы. Одну на правительство, а другую на патриархию. Ну, надо обыскать, посмотреть, как американцы Иран обвиняли. Все проверили, нигде нету. Нету. А войска ввели туда. Войну начали. Вот немножко что хотел сказать. Сергей Павлович объяснил абсолютно правильно. Отошел. Спаси Христос. Слава Христу. Час прошел занятие. Пожалуйста, у кого есть вопросы, да, мне да. По прочитанному. Давайте. Вы знаете, вопросов нет, до 2 вариантов только. Только 2. Или все знает, или ничего не знает. Я говорю, все понятно, все. Я ему начинаю задавать. Я ему задам, как у меня там в сайте, 4124 вопроса. Ни на один не ответит. Он не знает, что он во тьме находится, человек. И вопросов поэтому нет. Вот возьмите, зашел Георгий, сын отца Наума Израилевича. И у него вопросов там больше 40, кажется, было. Вопросы простые, вопросы были серьезные. Он еще раз себя проверил.
вопрос. Сейчас я зачитаю от Елены. А можно ли оживить сожженную совесть? Жалко ведь таких людей тоже. Все можно, если покаяние Бог дает. Только хула на Духа Святого не прощается. А это он осознал. Осознал где? Блуд пожирает это все. Начинает лгать жене. Сожженная совесть. Он говорит о вещах, не принятых в обществе, как о нормальном. Вот особенно в чат-рулетке. Это особое место сожженной совести. Они не знают об этом. И Гитлер, например, заявлял, что совесть – это пережитки израильского народа, выдумка евреев. Ну и к чему пришел? На себя наложил руки, как, ну, думают так. Один из вариантов, что все же он застрелил себя. Я сегодня целый день вот посвятил, давно уже тут не был, смотреть, что говорили в письмах немецкие солдаты. Какая разница, первые годы и последние, и как они о русских отзывались. Письма. Там книги издаются, там первый том, второй. Обнаружено там генерала, как Галлер. Ну, этого знаю, Галлер. А это другие. Сохранились. Прямо каждый день пишут. Вот, завтра мы наступаем на Россию. Ну, и дальше по порядку, по дням. Письма жене. И жене говорит, ты в сумочку-то не клади, а то, как всегда, затеряешь. А храни отдельно. Ну, теперь уже ясно того, нет человека. Сожженную совесть, я гляжу, тут беспокоит. Можно ли восстановить? Если сожженная совесть, теоретически можно. А практически не каждый это видит. Бывает, что и никак. Его не пробьешь человека. Вот Светлана Копылова, она как раз такие сейчас в виде притчи. Вот кто-то поставил здесь о разводе, как это. Она составила, что муж ее дает условие, что разведешься. Ну, поставила условие, что в течение месяца ее домой заносил до постели обратно. И когда он это уже понял, как огнеупорный называется фильм такой-то. Это очень похоже. А оказалось, она умерла, у ней был рак. Ну, конечно, хорошие составленные. Я вот так подумал сегодня, эти письма с фронта один и тот же человек. У меня, я когда последнее письмо прослушал, он кадрами, ну, снимками, какие там есть. У меня сложилось, ну, внутри меня подозрение. В книге там, которая есть, перечисляет, тех нету, кого он, где он мог их брать, и при том, одобряете, не одобряете, я еще буду. И он на один ролик там около 10 разных писем. И письма никогда не были обнаружены, вдруг обнаружены. Что сам пишет эти письма и снабжает. Ну и примерно по событиям понятно, как было разные люди. То есть писем этих нет. Я вот прослушал сегодня, ну прослушал-то не один ролик, целый день слушаю. Вот мемуары, как сказать. Ну и что? Полезное. Сравнивает он, когда вот было, попадали в плен немцы, как о них заботились, перевязывали, давали поесть даже, и даже убежать на своем танке. Но это вообще запредельно. Его бы расстреляли, этого командира полка. Ну вот так. Я не утверждаю, но 99% может быть на то, что как отец Арсений, вот написанное, а нигде ничего нету, ни могилы, нигде, то есть роман. Это герой, художественный вымысел. Но так написано, что считаешь и веришь, это живой. Ну вот все. Игнатий Тихонович, вы насчитывали Фома Кемпийский. Что вы можете о нем сказать? О ком? О Фоме Кемпийском. Володя, иди-ка сюда, переведи, что она говорит. Она говорит, что можете сказать о Фоме Кемпийском? Вы его насчитывали? Я насчитывал и распространял. Я могу сказать, в России
свое время. Фома Кемпийский занимал первое место после Библии. И это одобряла церковь. Ну, мое личное мнение, и потому что я взял православной литературы, насчитал его целая пленка, я считаю превосходно в Духе Святом. Хотя он... Игнатий такой. Тихонович, я прослушала половину начитанной этой книги, да? Да. Но я просто поразилась, почему я раньше не слышала о нем и не читала. Не знаю. Есть переводы на немецкий, на французский язык, чтобы я нашла. Ты сразу села-то, и поэтому застолье продлилось дольше. Ну, то я сразу поняла, что это написано в Духе Святом. Там каждое его слово на слова Священного Писания, ну, он то, ссылается. Что я сказал, после Библии самый большой тираж выходил. Она переиздавалась больше 10 раз, кажется. Я ее только начал, прочитал маленько, я сразу решил ее насчитать. На 375 метров катушка, и она звучание 8 часов 20 минут. Я их распространил, я не знаю сколько, но думаю, 4-значная цифра. Заказы. Вот кто-то вчера или где-то зашел, вот если бы интернета не было, что бы вы делали? Вы друг друга спрашиваете, а меня не надо спрашивать. В моей биографии известно, интернета не было, а моя деятельность была такая же точно. Такая, которую никто и никогда не делал. Представь. Сразу вот, только я подумал, как распространить, и сразу же в этот же день вечером появляется человек исключительной одаренности по магнитофонам. Я иду, как я с одного магнитофона, вот на скорости 4,7 сантиметра в секунду, ну, допустим, Библия, 11 катушек, 11, это 89 часов. Ну, это вот как играет, и так я с одного магнитофона на другой. Ну, как же сделать-то, чтобы быстрее записывать-то, когда я насчитал уже оригинал, оригинальная пленка есть. А в это время, ну, я молюсь, а что молюсь-то? Ничего же не делается-то. Но я молюсь-то с утра. А вечером уже в сумерках от старообрядцев по этой же улице, где я иду, партизанской, идет человек, молодой юноша. И идет с одной бабкой Агафьей. И говорит, вот стою, говорит, ну до того тяжело. А у них у старобрядцев 4-6 часов бывает служба. Ничего не понимают. Вот, ну не по-русски почему? Она говорит, тут есть человек, который по-русски это все знает и тоже так же ратует. А где он живет? Не, в Барнауле живет. Только она проговорила, и в сумерках видит, говорит, а вот он, говорит, навстречу идет нам. Но когда остановились, я на него гляжу, у него глаза сияют. И я ему ответил на русском языке, а потом сказал, вот такое можно? Он говорит, можно. Можно на другой скорости записывать. Я говорю, а слушать? А слушать туда включают, у тебя же 3 скорости. Он говорит, какой? Я говорю, маяк 205. Вот так. Он говорит, да кому же сразу несколько магнитофонов? Как? Ну, 10 штук. И с одного на 10 будет писать, да, доильный аппарат сделаю, и все. Я вообще себя не помню. Он-то дальше говорит. Скорость 19, значит, в 4 раза больше. И 10, это в 40 раз больше умножить-то. И кроме того, в одном направлении 2 дорожки писать можно, а слушать по одной 40. Ой-ой-ой, я испугался даже. Это неправда, поди. Правда, я начинаю делать. Я заплачу. И он сделал это, доильный аппарат у меня был одной кнопкой, я срываю 10 магнитофонов, и только шуршат. Сразу 2 дорожки и на скорости 19. Вот как только думаешь, когда, и Господь это дает. Дает. Почему? Потому что благовестие – это семя. И как его распространить? И тогда, теперь я уже, ну, одна-то пленка, одна катушка. На скорости, на такой-то. Она у меня идет с такой скоростью. И обратно, и все. А сразу 10. У меня он пришел, и давай делать вентилятор. Потому что ферромагнитный слой-то на такой скорости со головки-то стирает. Стирает, и пыль от него стоит, чтобы на улицу. А у него специфический запах такой. Я вышел на улицу. Запах есть. Если там будет какой-нибудь пограничник, такой, как Карацупа, то
они поймут, что у меня тут кухня. Мы так и называли кухня. И вот так я наполнил, что насчитал Златоуста, а это не просто так, а 64 пленки, катушки. 64, а в магазинах продавали только по 5 штук в руки войны. Какая стояла задача? Мне нужно было сразу около 1000 катушек. А это означает, сколько коробок, когда в коробке там их 50, допустим. Но потом были большие, почти 100 катушек. И как мы это все добывали, как поездили, как Сталина Эстония привозили. Это целая история. Чем бы я занимался? Вот сейчас спрашивают. Видя, что я занимаюсь много, выставляю новые ролики каждый день. Вот сегодня я 14 выставил, вчера 13. Ну, 16850 роликов на нашем Ютубе. Но ясно дело, что это не уснешь. Сколько вопросов. Вот я просто за эту тему берусь и вижу, как Господь поспешествует. Блаженного Фафилакта, вот это я насчитал, Златоуста, Жития святых 12 томов, это 40 катушек. Архипелаг ГУЛАГ 9 катушек. 9. Библия 11 катушек. Ой-ой-ой, Добротолюбие 5 томов. Ну, 50 книг. Общее звучание 2500 часов. А если бы этого не было, магнитофонов не было, бутин не было. И это ничего не значит. Я на машинке печатал, когда у меня ничего не было, ни магнитофона, я печатал, считай, день и ночь. Такое было дерзновение, когда печатал, не глядя пальцами. Перепечатал все 12 томов Златоуста. Поэтому брали папиросная бумага, такая тонкая, сразу 7-8 экземпляров. И люди помогали. Что у меня интересно, какое бы дело я ни стал вот такое делать, ну, новое, и меня к этому побуждали всегда женщины, сестры. Вот я стал переплетчиком-реставратором. А почему? Ну, была одна пятидесятница, она приняла крещение у нас, Ксения Степановна. И она, я через нее передавал книги на ремонт. Ну, и платить деньги. Она говорит, зачем платить? Ты сам можешь. Как можешь? Там он, как я смотрю, как он делает, да как красивые. А я теперь делаю так, что не намного лучше самой хорошей книги, которая государственная. Потому что у меня фальшики есть. Теперь любая толщина может быть, хоть полметра, на шнурах, старинный метод. Я освоил это дело, и теперь книги понесли мне из других, говорит, стран, отовсюду. Я реставрирую, не переплет только, а реставрировать, восстанавливаю листы и прочее. Точно так и машинку. Одна душа сказала, говорит, а я знаю, где достать, там где-то ее списали. Я когда первый раз напечатал одну страницу печатными буквами, буква, мягкий знак еще выше других была, я уснуть не мог от радости. Как считать-то? То ли моих письменности, там, корючки такие, или вот это. А уж когда потом мы узнали, что можно достать вот такие униус машина, кажется, югославская, и вот это с Украины шла, Украина 2, кажется, большие такие, ну, тут мы тогда канал этот пробили. Это в другом было регионе. И оттуда привозили и привозили. И все наши были обеспечены. Все работали. У меня знакомый один, нашей сестры, муж. Он баптист, а она православная. И он тоже, ну, как говорится, захватило его это. И он машинку купил и печатать. А он всегда такой делает, что все до того так делает. Точно-то он... Ну, мастер такой-то. А я-то лежу печатать. Где-то ошибка, я стер и дальше, а он нет. И он тогда думает, чтобы узнать-то не узнали как. И он тогда строит большой шкаф, туда одежду. А там сделал столик, он электрик, электричество провел. И там печатает, чтобы никто не знал. А девчонка-то, растут у него три дочери. Ну, и соседка-то пришла там, ну, в втором классе или где. К ним в гости всегда ходила, она, к нам нельзя ходить. Нельзя ходить сейчас. А почему нельзя-то? Мы же друзья. Нельзя. Папа купил печатную машинку, и он там, где у нас одежда, в гардеробе, там он сидит, печатает.
Она его выдала, говорится, с потрохами. Он когда узнал, а там вспотел, вылез, и теперь открыто начал. А что прятаться, когда уже все раскрыли? И вот он начинает, что? Пищаль сатаны, Мария Карелли, ее взять. Начал, у него получилось не пищаль, а печать. Он сразу все эти вытащил экземпляры в сторону, заголовок. Дальше начал печатать. Печать, второй раз начал у него печать, у него букву пропустил, он опять отложил эти. Он видит, пачка-то убавляется, а ни одной страницы нету. Ну, мне-то, конечно, про себя смешно, смеяться это нельзя. Вот так. Не было, от руки переписывал и всем архиереям посылал о крещении, обо всем. Когда не было машинки печатной, чем бы я занимался? А не умел бы. Ну, Сергей, он парализован, это оставил нам пример. Отчаиваться не надо. Ничего бы не было. От руки переписывал Евангелие, по дворам шел. У меня очень большая была переписка. 1200 писем каждый год от меня уходило. Иные были так страниц на 12. Я занимался одними письмами. С работы приду и сразу за письма. А не было ни машинки, ничего. Поэтому, ну, неукротимая, любимая. А сейчас еще тут не работать. Я вот приехал, и тут сразу программисты все установили. Сильно помогает Вячеслав. Как-то он вошел и... Тут у меня 4 программиста, а это тоже вот добавок. Ну вот так. Игнатий Тихонович, а послание к евреям, оно именно написано к евреям или применять тоже как к себе? Что, действительно оно к евреям, да? Да, это... Но применять к себе? Я сейчас слушаю толкование Иоанна Златоуста, ну, на понятно, послание к евреям. Понятно. А почему все послания 13 подписаны, раб Божий Павел, а тут не подписано? Потому что они от него не приняли. И вот мне говорили, что мои книги бы издавать, чтобы, ну, не знали, без авторства. Без авторства им все. Ну, Ивану Ивановичу-то написать или что. Чтобы от меня-то это отошло. Все эти, которые навешались на меня, висят на мне буквально. Ну, против-то где-то. Да я разве пойду на это? Никогда. Это же награда. Награда велика, ваша награда на небесах. Никак, пускай они, я молюсь за них. Мне просто жаль их. Нет развлечения духов. Вот приехал сейчас у меня этот Ливон был, армянин, и говорят, Сергею Лавру пришел, а его сразу там один подошел, полный рюкзак книги. Я смотрю, говорю, то против Лапкина. Все мои недостатки, все там, целые книги пишут. Но до того смешно. Евангелие не раздают, а раздают против меня книжки. Приехала сестра одна у нас, она была в блокадном Ленинграде, и каждый год их вызывали. Какие-то подарки давали в Ленинград. Она приехала, и брат там книгу принес. Для Слова Божия нет уз, перепечатано. Первый раз, первое издание у меня было в мягком переплете, в твердом переплете. Я говорю, еще что один-то экземпляр не привезла, чтобы я посмотрел. Измененное нет. Гляжу, парень один сидит в интернете и играет. На гитаре играет. И главное, поет, а не говорит, кто автор, что. А мое стихотворение. Ну, маленько он там вставил свои слова. Святая Русь. Когда была святая, скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов. Все подгребли самым тайгу и в югу и расплодили нехристи воров. И он это играет на гитаре так активно, но без авторства. Ну и что, Павел говорит, как бы не проповедовал я этому рад. Я скоро в моем мире, мой мир, Mail.ru, буду выставлять фотографии. Сегодня я на вас смотрел, сестры, любовался. Елена Фаур, там вот, Наташа, ну, все фотографии. А фотографировал Алексея Устинова, Ангелина. У нее такой фотоаппарат-то длинный, раструб.
Плохих снимков почти нет, так расплывчатые. Вот так. Спасти Христос, Игнатий Тихонович. Нам скините, посмотрим. Ну, я выставлю, когда я скажу. На мой мир зайдете, мой, моя страничка. Я за вами, ваша, что вот переписка-то идет, я же ночью все собираю это, и события не вставляю. Кто смотрит, знает. Практически все, что, ну, примерно, допустим, в течение года переписываетесь, все у меня там есть. Ну, не считая там, здравствуй, до свидания. Потому что рассуждаете здраво. Ну, я очень доволен вами. Наш чат не посрамлен. И вы сразу же еретиков обнаруживаете и запечатываете. Ну, что там у вас? Я гляжу утром, что так мало нас на молитву выходит-то? Другой пояс у вас? Совсем никак. 4-3 человека, совсем мало. У нас ночь, мы только ложимся спать, а вы встаете. Да понятно. Сейчас ночь у нас. Я... С Никитой у нас 4 утра. Ну, сильно рано, ну... надо встать 3:40, 3:30. Да. И вы там, которые, я гляжу, говорят о крещении, вы подготавливаете их, потому что в июле опять будет крещение, ну, или 7-го, или за ним 1-го воскресенья, если оно раньше. Каждый подготавливает, не знаю, уже не отвечайте, знаете, выводите на нас. Видишь, его выставляют-то. Вот это, который там говорит, какой-то еврей, там выставляет Калинников. Чего же он выставляет? Он там плетет, что попало. Что сращенные были, никакого ребра не было, просто так, он неверующий. Зачем же его выставлять к нам, засорять-то? Вы проверяйте, глядите, чтобы все сходилось с Писанием. А зачем же наш, ну, содружество, чат, не люблю это слово, выставлять такое, притом неоднократно этого человека. Если он в одном месте соврал, а другой еще труднее будет обнаружить. Не разрешайте больше. Да, тащит-то не чужое, свой, Виталий. Сделать замечание, чтобы этого не делал. С Романом-то разобрались, а видишь как. Интересно, Вячеслав запечатал, но сделал лазейку маленькую. Если серьезное такое за вас ходатайство будет, вот тогда вроде примут. Это я когда ребенку отказываю в лагере быть, отказываю, ну совсем никакой он, хулиганит и все. Но маленькая лазейка, если зиму будешь ходить в церковь и ходатайство от двух священников, тогда приму. Всегда надо давать какой-то шанс. А я гляжу, вот этот просвещи-то написал, а внизу там положительное, Екатерина говорит. Какой же там положительный, Екатерина? Там все безбожное. Мамона рога выставил. Там ничего нету о свещах, что божественное это. Он только об одном и говорит, у него другого и нету, нигде не покупать и прочее. Вообще торговли нету, и вопрос законченный. Господь выгнал. А раз не выгнали, торговля идет, значит, Христос еще не доходил до этих дверей. Вы не одобряете, когда это неправильно-то. Подсказывайте молодым. Ага. Подожди. Давай. Ну, об мелочные предписания, вот это пишет Екатерина-то. Ну, и мы прочитал, есть да есть. Но это обязательно прочитать. Они были нужны. Мелочные. Господь говорит, исследуйте Писание. Вот это мелочные. Они свидетельствуют о мне. Речь шла только о Ветхом Завете. Не выбирайте, считайте подряд и детям объясняйте это все мелочное. Мелочное сегодня, а тогда было не мелочное. Стоило жизни, если что-то изменит. Да, вот тут видишь, Наталья тут, наутренник, Елена, и все у вас хорошее. Хорошее. Надо все подряд считать.
Он что-то там. Подождите, не дергай еще, или он взял там эти листовки. Не привез, не взял. Я говорю, как же ты не взял-то? Не листовки, а книги. Прямо книга. Книга переплетенная, все. Жаль, что не привез. Мы бы их бы разобрали по священному писанию. Да мне разницы-то никакой нету, просто интересно. Если бы мне попала книга, я бы ее сам распространял. Игнатий Тихонович, я удивляюсь, почему Киево-Печерская лавра раньше распространяла вот Фома Кемпийского. Уже столько лет, с 90-х, она не печатает и не распространяет. А свои монашеские жития, они их распространяют по всему миру. У нас тут как зазомбированные. Все в эту Киево-Печерскую лавру едут и едут. Да. И приезжают такие же зомбированные. Да. Ну вот Фому Кемпийского, это по благословению Синода перепечатали. Я брал церковную литературу. Так что вот кто-то выставил, уже нашли ее. И если есть время, посчитайте. Хорошее, возвышенное. Он католик. Ну что, брат католик. Так, вопросы. Это, Вячеслав, вы с батюшкой-то свяжитесь, когда поедет-то, тормозните его маленько, чтобы у вас побыл-то хоть денек. Ездит там по этим, по мощам-то. Каждый год Дивеево да везде. Лучше бы он в Москве, он как наши, ездили там, жили, которые крещение принимали, с ними занимались. Я не вижу, это Вячеслава Ткачева, что-то нету давно. Игнатий Тихонович, Надежда Васильевна еще в Потеряевке? Потеряевке. Никто ее не берет с ее этими коробками. Она каждый год туда везет коробок машин и обратно. Сколько раз говорил, ты сделай двойной, туда и сюда. Я беру один, у меня рюкзак, ну все там, все. Ну не считая компьютер, это коробка-то. А это коробочки, коробочки, вот как в мертвых душах это коробочка называлась одна. Это и хорошо все, но однако, я говорю, ты, кто едет сюда-то, берут хоть они помаленьку-то, и ты бы пересылала бы сюда, а потом бы сама с кем-то. Нет, только с коробочками, ну, смешно даже. Ну что, все, наверное, время-то наше истекло, 30 минут. Володя пришел у меня готовит ужинать. Печку попросил затопить. Сейчас. А мы приехали второй раз только топим. Ну, получается, вторая неделя пошла. За неделю раз. А сегодня снежинки уже летели. Вопросов нет. Это хорошо. Я зову говорить, научитесь не задавать вопросы. Это тоже понятно. То есть доходите, изучайте, а вопросы будут. Меня спрашивают, а вот вы бы хотели кому-то задать вопросы? Не хотел. Потому что, что я не разрешу вопросы, их нигде нету. А вранье меня слушать не перестало. Я сразу человеку скажу, это не так. Ну, охота бы это узнать. Но нигде этого нету. Раз этого нету, он и ничего не ответит. Отвечать надо очень строго. Библия молчит об этом, умолчу и я, не боясь. Я не знаю. Как не знаете? Такой простой вопрос. Не знаю. Вариантов несколько. Я могу сказать, как принято считать. На что похоже. А как до конца, не знаю. Потому что ни один святой отец этого места не разъяснил. А мне зачем лезть? Это меня Бог сохранил от этого. Мое толкование, запомните, нигде нету. Нету, а то я свое толкование, отвергая святых отцов, ну, как говорит брехуны, Сергей говорил. Кызыльская, это не Кызыльская епархия, там, Киргизская, они одно. Брехуны. Ни одно слово не подтверждается. Ну, все.
Достойно истекала истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Тихонович, молитесь. Елена Пауэр, пусть помолится. То ли нет, то ли ушла. Я не пойму тогда, почему нету. Ну, другая Елена тут сидит. Давай, помолись, наша Алена. Я стесняюсь, Игнатий Тихонович. Молитвы нельзя стесняться. Это наша связь с Богом. Надо радоваться. Не получается у меня слова складываться в молитву. Вы видите, и слепые, и все кричали: «Иисус, Сын Давида, помилуй меня!» Это молитва. Никто не стеснялся. Нужда. У нас нужда поблагодарить. Видите, как вот. Скажут, не дают говорить. Это, ну, Игнатий Марина. Тихонович, давайте я помолюсь. Пускай Марина там, Михайлюк или как, помолится. Своими словами, громко, кратко. Благодарю, Господи, Тебя за сегодняшний день, за то, что Ты дал нам Святую Библию, за то, что нас соединил всех вместе на Твое учение. Благодарю Тебя, Господи. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. До свидания. Аминь. Спаси Христос. Аминь. С Богом. Спаси Христос. С Богом. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Мамчик. Аминь, спаси Христос. Пока. Good morning.